Итак, продолжается работа с этим инструментом под названием тульская гармонь. Это правый полукорпус. И здесь выясняется, что примерно лет 10 или 20 назад отскочил кусок пластика. Отскочил кусок целлулоида вот в этом месте. Вот. И его нужно возобновлять. Но как это сделать? То есть для красного у меня есть подходящий целлулоид. Вот он растворенный. В ацетоне целлулоид, да, это для красного, что называется, инструмента. А для этого зеленого я только что отсюда взял куски, снял с бэушного, что называется, инструмента, с баяна, зеленый целлулоид. Ну и его поместил вот сюда, в эту ванночку, что называется. Вот такая получилась суспензия, вот. То есть она жидкая. Это растворенный целлулоид, да, маленькими кусочками, листочками я сюда бросил примерно на полчаса. Ну и употреблял ацетон. Вот ацетон, он продается в любом магазине. Ну, и этот ацетон с запахом, как нарисовано, здесь для профессионалов. Черешня нарисована с запахом черешни. Ну, это, скорее всего, ацетон для ногтей, для дам, для женщин. Ну, куда деваться, приходится использовать и в ремонте музыкального инструмента. Значит, получилась вот такая жидкая консистенция. И сейчас я буду на это место, которое 10 или 20 лет назад облупилось. Вот оно, это место. Ну, я сейчас буду наносить его. Я уже раньше это делал, эту операцию, но нормально получается. Вот. Он должен быть жидким, конечно. Вот таким образом его наносить. Ну, а потом дать примерно на несколько часов ему остыть. То есть, чтобы он взялся. Густой не пойдет здесь, такой как пластилин, он не приклеится. А вот такой жидкий он возьмется неплохо. Ну, а потом, конечно, обрабатывать его нужно, шлифовать это место. Вот. Ну, примерно, я же говорю, где-то через несколько часов можно будет уже его обрабатывать и шлифовать. Итак, дорогие друзья, работа продолжается. Здесь работает музыкант Сергей Замбровский.